Такой маршрут составили и для Перми. Краевая столица входит в группу Приволжье вместе с Казанью и Самарой. Так, специалисты сервиса рекомендуют Пермь для сплавов по изумительно-живописным рекам и для посещения уникального каменного города. А вот представителем местной кухни стали горячие шанги. В списке путешествий добавлены и другие крупные города – Тула, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Псков и самый дальний – Владивосток. Вся информация о достопримечательностях на сайте, адрес которого на экране.